Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним задание номер 1 на странице 62 рабочей тетради по окружающему миру. Вырежи из приложения и наклей каждому правилу экологический знак. Первое правило. Не будем срывать цветы. Пусть красивые растения остаются в природе. К этому правилу можно приклеить вот такой экологический знак, который показывает, что нельзя срывать цветы. Не будем ломать ветки деревьев и кустарников. К этому экологическому правилу приготовим вот такую иллюстрацию, где нарисовано, что нельзя ломать ветки деревьев. Не будем ловить бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых. Изобразим это с помощью вот такой иллюстрации, показывающей, что нельзя ловить бабочек. Не будем обижать лягушек и жаб. Изображаем вот таким вот знаком. Нельзя обижать лягушек и жаб. Не будем ловить диких животных и уносить их домой. Этот знак показывает, что нельзя брать в руки диких животных, а тем более уносить их домой. Соблюдая эти экологические правила, вы станете друзьями природы. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.